Валентин Косолапов на фронте 43-го года освобождал Брянщину, Белоруссию, Прибалтику, летал на самолетах По-2 и Ил-2. К концу войны он совершил 177 боевых вылетов на штурмовку аэродромов скоплений противника. Сбил 4 самолета. В составе группы потопил 2 морских транспорта и 1 баржу. За это ему было присвоено звание Героя Советского Союза.